Привет, дорогие мои друзья, дорогие мои подписчики, всем тем, кто взглянул на мой канал. Ну что, дорогие мои друзья, спасибо огромное, кто приобретает вещи у Эли. Я уже вас познакомила с ней. И, конечно же, не забудьте подписаться на мой канал, чтобы видеть все новые новиночки. И, конечно же, скидка от моего канала. Так, корпус Б, вход 6, ряд Д, место 52. Пожалуйста, визиточка. Звоните, пишите. Отправку делает Эля в любой город. И сегодня я снова у нее в гостях. Ряд Д, место 52. Также можно приобрести большие размеры, девочки, есть. Обратите внимание, спортивные костюмы. И красивые, конечно, кофты, блузки, толстовки. Доброе утро! Доброе утро! Здравствуйте, дорогие зрители, наши подписчики. Всем хорошего просмотра, хорошего дня. Ну что, давай будем показывать. С нетерпением девочки ждут. Да-да-да, давайте покажем. Так, какие у нас костюмы сегодня? Сейчас поступление или... Да, новые поступления есть. Там некоторые модели фофор есть. И жилетки, и брючки еще получили большие размеры. Я сейчас покажу все. И цену скажу. И так, ну давай с первой. Есть уже больше такой построже. Без камней, без рисунков. Кто любит более... Классику. Более классика, больше спортивного. Вот не так сильно нарядная. Брючки идут прямые, хлопок состав, это из фабрика, размеры здесь идут от 52 до 58. Есть еще брючек серый, брюк серый, кофточка спереди зеленый, кофточка серый. Ну, там, и цена его? Цена 4500. Угу. И темно-серый, да? Серый, да, и зеленый. Здесь брючки, если бы там брючки идут более пошире, а здесь брючки идут более уже. Размеры до 58, тоже состав хлопок. Размеры от 42 до 58, цена 5000 в этом модели. Модель у нас тоже построже, без камней, классика. И тут еще бежевый цвет с полным брючком. Есть еще другие расцветки, сейчас покажу. Размеры идут тоже так же от 42 до 48, до 58 размера. Цена 4000, здесь чуточку подешевле. Сейчас покажу еще другие расцветки. Вот там модели. Есть белый с черным брючком, есть красный с черным брючком. И цена их? Цена 4000. Размера от 42 до 58. Еще другой модель. Это у нас не совсем новая модель. Их было синий, черный, серый цвет. Рукава идет как 7/8. У кого рост невысокий, для них как бы обычный. Длина идут рукава, горлышко Шанель, брючки идут. Здесь в этой фабрике всегда шьют длинные брючки. Можно укорачивать, посадка высокой, размера от 42 до 58. Цена 4800. Цвет сейчас в данный момент только синий, вот там висит синий, и черный цвет. Двух расцветок они сейчас. Я покажу вам еще один модель. Тоже хлопок, тоже из фабрики. И здесь состав идет 77% хлопок. Размер от 44 до 58. Ну, больше такой нарядный костюм. Цена 4,5. Еще одну модель покажу тоже из фабрики. Это идет тройка. Смотрите, здесь идет брючок. Длинные такие. На лампасике. Я вам сейчас показываю размер, 52 размер. Это большой размер. Сейчас покажу, как у него футболочка. Вот такая футболка полумелая и вверх. И кофточка, футболка. Они не идут короткими. Вот, ну, паховые зоны закрывают. Очень красивая модель. И еще есть салатовый цвет там. Угу. И цена их? 6,5. Это троечка.
брючка подлиннее. Вот эта фабрика, есть еще одна модель с манжетиком. Здесь, к сожалению, только сейчас в данный момент есть только норма. Поталов не остался, но на днях должны получить тоже хлопок. Цена 4,5. Размер сейчас в данный момент 44 до 50-52 размера идет. Еще одну модель показываю, дорогие мои. Это очень большой размер. Это супер батал. Сейчас я вам показываю размер 58. Вот такие брючки. Высокая посадка. У всех моделей высокая посадка. Только маленьких цветы идут. Такая нарядная рукава. Смотрите, какая красота. И цена ее? Цена 4,800. Размер батал, еще новинка, которая у меня есть. Сейчас покажу вам. Давай, давай, для моих. Модель. О, вот такая модель. Микки Маус. С Микки Маусом на руках. Это у меня было в прошлый раз, вот короткий, быстренько показали, потому что не все размеры были. А сейчас вот получили все размеры. С какого по какой? Размер здесь идут от 54 до 58 размера. Цена 5,5. Очень красивая модель, покупателям очень нравится. Сейчас я вам покажу еще одну модель тройку. Смотрите. Здесь идут классика брючек. Меньше сразу, на этот раз у нас костюм получился меньше. Больше сразу. Классики. Да, больше классика. Здесь идет футболка. Размер здесь идет до 52 размера. Цена 4,800. И цена хорошая, не так сильно дорогие. И цвета покажу вам. Голубой. Ой, нежно-голубой, да, красивый. Очень красивая модель. А кофточки идет удлиненный вариант, но выше коленки. Кто любит подлиннее вверх. Есть еще вот, смотрите, и черный. Черный, голубой, цвет бордовый. Сейчас еще. В прошлый раз не показали, потому что их размеры закончились. У нас сейчас маки с тюльпанами. Это фирма Бальмера. А почему тюльпаны, а не маки? А, маки. Маки! Маки. Есть же белый цвет, смотрите. Маки. А там белый брючек тоже черный. Чего тюльпаны? И цена их? Не знаю. Это 6,5. Покажу, дорогие, не совсем спортивные костюмы. Это у нас некоторые модели. Повтор получаем. Но от Тамары Шек зрители, пускай, наверное, есть новинки, которые не видели. Пускай посмотрим. Хорошая, очень классная модель. Здесь брючек идет не совсем узкий, чуть пошире. Внизу вот такие манжетик есть. Очень красивая модель. Летом их было у нас. И разные цвета. Белый, горчичный, розовый. Сейчас только черный. Ну, как бы холодно, зимой. Больше темного цвета. Как будет тепло, будет уже другие размеры. И цена его? Эта модель, которую сейчас буду показывать, они все 5,5. Ага. Вот такой модель еще вам покажу. Очень красивая. Там телеграм еще не выкладывала, но я их буду выкладывать. Я ждала, чтобы Тамара сняла. Правильно. Потом выкладывать, чтобы видели. Очень красивая модель. Это уже можно, куда хотите, можно носить его. И нарядка? Да, нарядка. В офисах многие, не чисто спортивные. Можно вот такие костюмы носить. И у кофточки идет чуточку удлиненной. Это не короткий вариант, чуть-чуть удлиненный вариант. 5,5 размеров идут от 48 до 56. Здесь сильно маленьких нет и очень больших тоже, пока данный момент нет. Сейчас я вам покажу еще одну модель. Это у нас еще наш начальник уехал сегодня в Турцию, привезет новые модели, наверное, Тамара, наверное, заранее не скажу, недели, наверное, будем снимать новые новинки. Модели. Да, вот это хочу, почему это говорю, потому что эта модель у нас будет супер батала, до 68 размера будет. Здесь идет, сейчас я вам покажу брючек. Нарядка тоже можно. Да, тоже нарядка, так и сделано. Брючки идут не сильно длинные. Ну, прямо в рост идут. Вот, смотрите, один я вот прямо в рост. Очень красивый. Это у нас не совсем новый модель, но мы их всегда
продаем, запросов очень много на этот костюм. Посмотрите, есть вот такая коричневый цвет. И есть еще черный классика. Больше всего у нас супер баталов просит черный цвет, вот, чтобы выглядеть стройнее. И в мир, и в пир. Да, очень красивая модель. Вот я вам просто повтор показываю, чтобы вы видели. И цена их тоже 5500? 5,5, да. Если до 54 размера, они все 5,5. Если супер батал я показываю, бывает, то уже их будет 6,5. Так, следующая моделька. Ага, следующая модель покажу. В прошлой съемке Тамаре показывала их супер батала. Черный цвет и хаки цвет. Ой, да, правильно показываю. Просто... Штанишки вон. Ага, вот. Угу. Вот я вот покажу. Красный. Вот красный. Здесь тоже кофточки идут. Вот такая нарядная. Брючек у него. Вот, смотрите. Покажи, тоже да, на краях. Тоже не сильно длинный. Они прямо идут в рост. Рост хорошо подходит. Не сильно длинный, не сильно короткий. Есть еще горчичный черный брючок. И вот коралловый цвет в черном брючке. Здесь они 5,5. Вот эти две модели идут до 58-го. Черные хаки, как бы повторно показываю, они идут до 68-го. Там самый модель 58-го. Их есть. И мы еще, вот здесь еще другие расцветочки получим. Скоро. Еще одно такое же похожее я вам покажу. Тоже классика, последняя модель будет. Вот смотрите, тоже больше классика, никаких, меньше нарядов, меньше камней. Тоже не сильно длинные брючки. Ну, вот такие лампасики у него, более классика идут. А там покороче вариант, а здесь чуточку подлиннее. Кофточка тоже идут не короткая, чуть-чуть вот закрывает. Паховые зоны закрывает, кто хочет подлиннее, пожалуйста, обращайтесь. Моделей много, еще не все успеваем показывать. И повтор, не хочу все повтор показать. Следующая модель, это повтор модель идет. Кто у меня еще заказывал, в магазин заказывал, не успела отложить им. Это велюр. Велюр называется бамбуковый велюр, он такой мягкой, кофточки идут как худи, более свободный, оверсайз. Размеры идут от 50 до 58 размера. Такой вот очень красивый, такой нарядный костюм. Цена 6,5. Пожалуйста, еще хаки цвет есть. Сейчас еще один модель покажу, тоже повтор для новых зрителей. Сейчас только недавно получила. Девочки, хочу вам показать еще, конечно, она повтор, но модель очень красивая. Она идет как, кто-то им говорит, такой как махровый, такой теплый, она зимняя, такая она и тяжелая такая. Видно, что теплый костюм, качество очень хорошее. Размеры идут, это я вам сейчас показываю, эска, но она как на 46 размер спокойно пойдет. Большие мерки идут, цвета. Есть черный, серый цвет и вот белый. Белый это Gucci, а здесь она Fendi. Очень красивая модель. Повтор получили. Девочки, еще кто-то еще хотел оптом, не успела оставить. Вот кто хотел, пожалуйста. Отзовитесь. Кобыла, я всем оставлю. Цена 6,5. Качество супер. Даже если честно, даже видео не показывает вот это качество. И еще одна модель тоже повтор, я вам покажу. Это первые съемки, их тоже было. Просто повтор получила. Было Ручки. Клиенты, которые хотели, не досталось. Вот теперь есть, посмотрите. Рукава идет 3/4. Кофточка, рубашечка. Рубашка, она полностью в начесе. Качество прямо, изнанка тоже видно. В кнопочках брючки идут. Прямые брючки, вот смотрите, внизу. Тоже не сильно узкий, пошире. И черный цвет, да, вот? Да, черный есть, зеленый там сзади висит. Угу. Даже, Тамара, пожалуйста. Зеленый. Черный, зеленый, бежевый. И еще синий цвет, но я его еще не открыла. Вот кого интересует, могу показать. И еще вот эта модель тоже у меня повтор получила.
девочки, кто-то хотел, вот, пожалуйста, пишите, я вам все отложу. Тоже брючки идут также, более прямые брючки с начесом, прямо теплые, зимой можно носить, очень хорошие качества. Кофточка также идут, рука 3/4, просто единственное из-за цвета кофточка меняется цвет. Где-то зеленая кофточка будет, где-то будет черная кофточка. Вот смотрите. Размеры идут от 42 до 52 размера. Размерки идут полномерные. Есть даже XS-ка, есть самый маленький, 40-42 размер. Цвета есть бежевый, черный, зеленый. Сейчас я показываю вам синий цвет. Хорошо. Сейчас я вам покажу еще один модель, тоже красивый. Для новых зрителей. Тут цвета разные. Но закончилось у меня фукси цвет и белый цвет закончилось. Но сейчас у меня пока есть салатовый, такой зеленый, желтый. Не могу даже сказать, какой цвет. Тут и желтый есть, и зеленый, смешанный, такой красивый. Очень нарядный, красивый костюм. Цена стоит 5,5. Размеры только большие. Тут маленьких размеров нет. Размеры тут от 48 до 54-56 размера. Цвета разные, пожалуйста, девочки, обращайтесь, кто хотел. Я несколько клиентам отправила, такие довольные, такие довольные. Девочки, просто пишите комментарии, кто приобретал костюмы, да, у Эли. Жду, пишите, очень красивые. Я, Тамара, забыла у них цену сказать. 7500, а как бомбер, 7800, чтобы зрители знали. Тима, я зая. Чтобы они знали, сколько стоит. Правильно, не забываем цены. Девочка, хочу вам еще показать вот здесь. Тоже теплый костюм. Это тоже у нас в повторе. Брючки идут, прямые брючки. Вот здесь вот такой разрезик очень красивый. Теплый костюм с начесом. Цена 6,5. Размер идут только норма. S, M, L, XL. Ну, S-ка идет на 44 размер. Вот велюр, тоже повтор я вам покажу для новых зрителей. Очень красивая модель, цена 6,5. Кого интересует велюры, пишите. Велюров много, но я не все показываю. Есть королевский велюр, есть бамбуковский велюр. Здесь 6,5, есть велюры 4,5. Ну, там больше, более тоненький велюр. Здесь больше поплотнее. Очень красивая модель, здесь вот такой надпись есть. Вот смотрите, размеры идут 50, 52, 54. Очень красивый, да, вот такой блестящий. Шикарный модель, да. Так, это мы уже показали. Вы, давай вы вот взяли? Эти вот с мысиком. Вот это вот. У меня сейчас в Телеграме, Инстаграме это стоит летний вариант коротким рукавом. Девочки, посмотрите, я новое видео не сняла. Очень красивая модель. Брючки идут с манжетиком, маленьких размеров брючки с камнями, а больших размеров в брючках нету камня, они без камней. Цвета есть, черный очень красивый цвет, прямо классика, очень богато смотрится. Черный, нежно-коричневый, как бордовый цвет есть. Вот вижу. Смотрите, вот бордовый цвет, очень красивый цвет. И цена его? Цена 4,5 сейчас. Это еще было у нас вот такой красный, да. Сейчас у меня, по-моему, здесь большой. Я покажу, как выглядит большой размер, как брючки. Вот смотрите, здесь без камней. А маленьких размеров, в любом, у всех цветов маленький размер, все идут вот такие камнями. Красиво. Девочка, пока хочу показать вам велюры, разные велюры, их очень много. Все ассортименты сразу показывать не получается, время у нас не хватит. Это королевский велюр, горлышко Шанель. Такой же я вам показывала хлопок. Вот, Тамара, вот покажи, вот это синий. Такие же есть хлопок, есть и велюр. Брючки идут прямые. Очень красивая модель. Кто брала их, уже повтор спрашивает. Вот бордовый цвет, брючки черные будет, и такие лампасиковые. Кофточка бордовый. Такой есть, чисто черный тоже есть. Вот это, который показываю, 4,5 цена. Есть у меня наш любимый леопард. Я вот так покажу вам. Это у нас не совсем новый. Уже сколько лет продаем.
И всегда она в моде, всегда просит. Брючки идут черные, классические брючки. Карманы есть, поясок есть резинкой. Но брючки, конечно, длинные. Вот эта фабрика всегда длинная. Модель очень хорошая, очень красивая. Качество обалденное. Размеры здесь у нас только большие размеры. От 52 до 58. Цена 4800. Здесь еще вот такой велюр. Это бамбах. Кофточки какие-то такие нежные. С рисунками. Есть покупатели, что очень любят такие велюры. Брючки это тоже классика. Внизу чуть-чуть сужается. Тоже карманы, поясочек, все есть. Качество очень хорошее, тоже Эзефабрика. Это что показываю, они все Эзефабрика. Бамбах есть еще, синий цвет. Их есть у меня в Инстаграме есть, в Телеграме есть. Пожалуйста, посмотрите, очень классно смотрится вот модель. Вот поясок, и цена их всех костюмов этих. Это 4,5, только вот это 4,800. Еще один модель покажу вам. Это у меня в данный момент только супер батал. Очень большой размер. Для женщин. Да, это шикарный. Очень большой размер. Цена 5,5. Потому что это очень большой размер. Вот я сейчас вам показываю. Написано 56. Это плюс 6 еще считайте. Штанишки красивые прям. Да. Посмотрите, как это... лампасик сделан. Это у меня сейчас на дороге есть, мы их еще получим, еще больше и другие расцветки будет, и размеры, норма, батал и супер батал. В данный момент есть только супер батал. Смотрите, очень классная модель. Супер. И кофточки, они все идут не короткие, паховые зоны, они закрывают. Девочки, хочу вам еще показать мои любимые булавочки, заколочки. Видите, так красиво. И самое главное, все это бусинки ручной пришиты. Они не приклеены, они не заклепка. Это все они пришиты с ниточкой. Вот смотрите, с ниточки они все пришиты. Это от хейтеров, да? Да. Чтоб не сглазили. Чтобы не сглазили, да, правильно. Цвета есть разные, смотрите. И васильковый цвет, зеленый цвет хаки. Очень красивая модель. Рукава идет, смотрите, не сильно длинные. Я сильно длинные рукава не люблю. Вот так вот, как 7/8. Ну, у кого рост ниже, для них вообще длинный. И вот такая свободная. Пройма. Рукава, видите? Высок. Да, вот. У кого там ручки полненькие, можно скрыть все. Вот посмотрите. Сзади натягивает. Это вот мой любимый. И цена? Цена 3,5. Покажу еще такой же похожий модель, так очень нарядная. Если честно, в руках держишь, она не дает той красоты, когда его меряешь. Модель очень красивая, рукава идут 7/8, вот такими блестящими камнями. Камни, конечно, сделаны, термообработки прошли, они не сыпятся. Модель очень шикарная. Цена 3,5. Размеры только большие. 52, 54, 56. Большие размеры. И на 58 они тоже идут, потому что башементы. Еще одна моя любимая модель. Я здесь белый себе взяла. Даже не сомневалась. Я думаю, на следующее видео я его надену. Обязательно. Очень красивая модель. Тоже смотрите, обратите внимание. Качество. Но вы были бы рядом, вы бы почувствовали. Она не тоненькая, она такая плотная ткань. Здесь все камушки сделаны вот так же, не сыпется вообще ничего. Очень красивая модель, цена тоже 3,5. Еще одна красивая новая модель я вам покажу, с леопардом. Это у нас хит-продаж, хорошо продали и повтор сделали. Цена 3,5. Ну, подписчикам, конечно, напомните, скидочку сделаю. И скажут, от Тамара Шик, и вам скидочку сделаю. Размеры здесь идут от 48 до 56 размера. Модель шикарная просто. И самое главное качество. Они не скатываются. Хорошо можно спокойно стирать машинки. Насчет этого не беспокойтесь. Очень хорошая модель. Тоже 3500? Тоже 3,5. Что показывает? 3,5. Где подешевле есть, сейчас я их вам покажу. Вот еще моя любимая яблочко.
Это тоже повтор. Белый, к сожалению, закончился. Магазин был только черный цвет. Вот черный заказали. Белых не остался. Здесь тоже цена 3,5. Вот такой котик есть. Смотрите. В качестве здесь это тоже хлопок. Размеры это самый маленький, единичка. Она как на 48 размер. Цена 3,5, что показываю, вот это все 3,5, еще одна красивая модель покажу, она мне очень нравится. Ну, честно, видео не дает вот только... На Новый год очень хорошо. Ну, она очень красивая, вот такие рукава, рукавички, рукава идет. И тут она сама по себе такая нежная, очень хорошая, тоже 3,5 цена. Покажу вам еще бомбер. Остался у меня мало, конечно, но хочу показывать. Кто захочет, скажет. Вот такой бомбер. Здесь с капюшоном. Это здесь идет такой плотный ткань. Ну, качество очень хорошее, потому что это не трескается. Она сама по себе такая хорошая. И еще вот такая. Ну, кто-то ему кожа говорит, но это не кожа. Ткань под кожу. Да, да, ткань под кожу. Тоже такая плотная, такой тепленький. И они вот не трескаются. На какой сторону хочешь, по цене. Качество, так как есть, таки остается. Здесь без капюшона, горлышки Шанел. А здесь с капюшончиком. Цена 4000. Еще модель хорошая. Любит как оверсайз, чтобы не обтяжка была. Хорошая модель. Вот такая 3000. И еще покажу вам тунички наши. Покажу вам тунички. И есть батан большой размер, очень большой размер. Сейчас еще одна есть, и здесь паутина Тамара. Сейчас покажу вот здесь отсюда. Вот тоже туничка, паутина. Здесь идет. Красиво. Это паутина и на плечиках паутина. А цена ее? Цена 3,5 вот эти две модели. Вот эти модели, здесь как сумичка, вот смотрите. И баталь небольшой размер, от 56 и выше идут размер. Сейчас покажу еще вам туничку, не сильно большие размеры. Ну, до 56, это еще самый Зайка. Маленький. Угу. Здесь идет под кожу, она такая теплая. Ну, смотрите, вот так подержу на себя, вот длину вы посмотрите. Вот здесь вот мой размер, 52 размер. А здесь, сейчас покажу. Я его карман ищу, не могу видеть. А, вот его карман. Карман, вот это здесь есть карман. В одном есть карман, а в другом нету. Вот, очень красиво. Ну и надо на клиентах надевать, да. Или на себя надеть, показать, угу. Чтобы они видели. Зайчиков, тут тоже карманы есть. Цена 4000, вот он, туничка. Тамара, есть еще кофточка подешевле. Кто хочет, ну-ка, покажи подешевле. Нам. Покажу вам подешевле и большие размеры. Это все идут батала. И удлиненный вариант. Вот смотрите, я приложу на себя, смотрите длину. Видите, вот. С лосином носит, кто любит лосином. И кофточка очень красивая сделана. Вот, нарядки. Смотрите. Да, нарядки. Здесь есть черный цвет, горчичный цвет. И был еще зеленый цвет. Вот такая еще зеленая. И цена их? Повтор. Получили эти 2,5. Что показываю, вот это 2,5. Нарядки красивые. Да, нарядные, очень красивые. Есть вот такая белая, кто любит белый цвет. Это другая модель. Сейчас покажу. Тоже 2500? 2,5. Что сейчас показываю? 2,5. Так, вытаскивай нам, показывай. Вот показываю вам. Вот смотрите, черный с бабочкой. Еще лепесток есть, поэтому лепесток сказала. Вот она лепестками. Тоже батальный размер, тоже 2,5. Это синий цвет. Есть еще одна красивая модель, как туничка. Здесь рукав очень красиво сделано. 2,5. Размер идут большой. Так, я вам сейчас показываю. 52 маркировочка. Это как на 58 размер. Это большой размер. Девчонки, забирайте, потом будут праздники, будут, да. Будете меня спрашивать, где найти кофточки. Вот, пожалуйста, 2500. Вот, угу. Более такой рисунком. Вот с рисунком. 2500. Да, вот такая из качества, тоже очень хорошая. Его надо, кто ближе живет, пускай приходит, сами почувствует, рукой потрогает, посмотрит. Есть еще с мысиком. Кто любит мысик, очень нарядно смотрится. 2500. 2500. Вот что показывает, 2500.
Есть еще мой любимый. Из всех самый любимый мой модель. Я вот это просто обожаю, вот эта модель. Очень много повтор сделала. И кому предлагаю, все всегда рады. Качество очень хорошее, она чуточку такой поплотнее. Но сейчас носить, это все зимние. Разные, их очень много. Если показать, Тамара, у тебя время, нам надо часто. Да, да, да. Девчонки, поэтому заходите, звоните, пишите. 2500, да, это все кофточки? 2500. 2500. На самом деле, это дороже стало, 2 штучек. Я повесила на 2,5. Вот классная модель. 2500. Вот шикарная. 2500. Балеринка. Да. Ой, еще любимая кофточка. С мысиком очень нарядно смотрится. С юбкой, с брючком классикой. Много, видите, здесь есть еще кофточки. Я не все подряд могу показать, но и кого интересует, кто захочет, пишите, девочки. Я отдельно маленькие видео сниму, вам все отправлю, все поближе, качество, состав, все покажу. Тамара, я хочу еще летных показать, но еще хочу показать вот такие кофточки, смотрите. Девочки, они сейчас идут со скидкой, потому что я достался по одной штучек, по 3000. Были 4, сейчас они все по 3000. По размерам уточняйте. Размер уточняйте, но здесь не маленькие размеры. Вот 52-й, 54-й. Вот показываю, девочки, посмотрите. Очень красивая модель. Продали абсолютно все. Остался, вот что видите, все по одной штуке. Я хочу показать еще для наших девочек любимых летние костюмы. Я летных никогда не убираю. Очень многие люди, как у меня часто приходят, ищут купальники. Где здесь купальники? И костюмы тоже спрашиваете, потому что мы их не убираем. Все, зимой их всегда продаем. Это очень большие размеры. Это супер батал. Это самый маленький размер из размеров. 56-й. Брючки идут. Классика. Кого интересует, кому нужно, летний скажите. Многие девочки уезжают на Новый год, каких-то праздниках отдыхать куда-то теплые края. Вот смотрите, очень красивая модель. Где-то какую цену они? По одной, по 2 штучек. Вот это, который показываю, в данный момент 4,5. А вот это сейчас показываю. Можно по 4000. Вот сейчас еще одну модель покажу. Наши самые красивые. Бабочка. Она у меня остался один последний. Они, наверное, девочки знают. Это стоило 6,5. Сейчас я его повесила 4,5. Она один штук у меня остался. Брючки тоже очень красивые. Размер скажу 50-52. Вот такие брючки, такие нарядные. Есть еще тоже фирма Валенти. Вот это троечка. Брючек. Маечка под ним идет. Вот как в белом хорошо видно. Маечка, сверху еще вот такая кофточка на молниях. Это тройка. Они стоили 7,5. Сейчас я повесила 5000. А вот оранжевый, еще черный, я забыла его показывать. Одинаковый размер остался, по одной штучек. Есть еще летных. Вот такая тройка. Брючки здесь идут пошире. Кого интересует, девочки, я поближе сниму, все покажу и цену скажу. Вот такая сейчас будет стоить 4,5, пускай будет. Есть из фабрика, я их все поставила 3,5. Вот смотрите, модель такая, есть черный, очень красивая модель, белый и красный. Везде брючки черные. Но размер, пожалуйста, кого интересует, пишите, я вам уточню, скажу, какие размеры. Они разные. Рукава закрывает выше локтя. Здесь просто маленький размер висит. Белый и зеленый. А как первая модель, еще салатовая была. Вот с этим поменяла местами. И вот здесь. Брючки идут обычные. Классика. Манжетик нету у них. Сразу скажет, кто-то любит с манжетиком. Но здесь они без манжета. Вот такие брючки. Карманы, поясок. Высокая посадка. Все эти модели сейчас 3,5. Еще одну красивую модель покажу. Вот такая 3800 могу сейчас предложить клиентам. Смотрите, здесь рукава в плечках. Такой гипюр красивый. И брючки тоже такой же гипюр. Но ножка видно только снизу. Видите, вот
до сюда она закрыта. Размеры тут есть, и маленький есть, и большой есть, цвета есть. Синий цвет и белый. Вообще размеры идут до 58-го, 60-го размера. Просто уточняйте, какие размеры есть, какой размер вам нужен. Я вам все скажу, объясню, еще видео сниму, отправлю. Если мой размер, я на себя надену. Если маленький, попрошу соседок кого-нибудь надеть и показать. Сейчас покажу вам брючек еще. Но, девочки, брючки получила большие размеры. Это еще самый маленький, 56 размер. Сейчас покажу вам. Теплый уже, девочки. Теплый. Это зимний. Посадка высокая. Она идет как утяжка. Видите, нету ремешок у него, пуговицы нету. Смотрите, очень классная модель. Качество просто обалденное. Они самое главное не скатываются. Ой, какой уже... мягкая, как да, прям. Мягкая, теплая. У меня самой есть, поэтому с уверенностью говорю. Ни одного карточка не будет. Вот еще вот такие вот стразиками, смотрите. Их было у нас, закончилось. Прошлое видео я особо не показывала, потому что размера не было. И еще одна классика. Это еще самый маленький. Это супер батал. Это 56-й. Они идут до 64-го. Тоже высокая посадка. Плечик идут не сильно узкий, чуточку пошире. И вот внизу вот такая красота. Вот. А здесь лампасик. Да, здесь лампасик с камнями. А здесь классик. А здесь вообще ничего нету. И цена их? Цена 4,5, Тамара. Девочка, покажу вам еще жилетки наши. Очень красивая модель. Тут повтор получили. Тут есть маленькие размеры, большие размеры. Размеры идут до 60-68. Два модели очень большие. Сейчас я вам покажу. Смотрите, здесь одна кармана вот такая, другая вот такая. Модель очень хорошая. Супер. Классная. Модель, цена 4,5. Смотрите, вот здесь короткий вариант с капюшоном. Размеры здесь висит 44-й. К сожалению, не могу надеть его на себя. Сейчас другой модель сейчас одену. Вот здесь 90, смотрите. Они все будут вот паховая зона, вот попу прикрывает. Смотрите, еще вот такая жилетка. Капюшон тут снимается. Можно убрать капюшон. Будет стойкого размера. Цена 4,5. Это очень большой размер. Здесь начинается размер от 60 до 68. Вот видите, я на себя делаю, чтобы вы видели. Шикарно. Здесь идет вот такой карман по бокам с капюшончиком. И цена вы? Цена 5000. Но подписчикам скидочку сделаем сама собой. И еще одна модель есть, вот такая же большой размер. Ну, здесь уже расстегивать не одену, потому что очень сильно большой у меня. Здесь уже идет чуть покороче, голышко Шанель. Такой был еще, маленький я вам показывала. И цена их? Здесь 5, здесь 4,5. Девочки, я надела на себя очень большой размер. Это до 58-го, до 58-го, до 68-го, 70-го размера. Это я самый еще маленький на себя одела. Это как кардиганчик, но она хлопок идет. Я просто забыла в прошлый раз показать Тамаре, вот сейчас вспомнила. Видите, вот это здесь идет хлопок. И цена его? Летом можно, вот в холодную погоду можно найти. Такая модель стоит 5,5. Сейчас я еще покажу вам хозяйку, который новый получила. И жилетка, что новый получила. Девочка, покажу вам еще такой модель получила. Она без стразов. Это есть еще подкафы красные, есть полностью черный. Цена 5,5. Длинный вариант. Она не совсем тоненькая, такая плотная жилетка. Тамара, еще покажу еще два модели, которые повтор получили. Это подлиннее уже со стразами. Посмотрите. Мы показывали предыдущих видео. Да. По-моему, были предыдущие, но это сейчас повтор получили. Еще одно пальто получили. А, есть два получила. Угу. Вот пальто. Это вот как вот как жилет. Жилетка, одинаковые. Просто рукава добавили сюда. А вот это надену, пускай посмотрим. Время у нас
ограничено, но да, мы хотим вот, вот эти короткие модель, показывать. Очень красивая модель, есть черный и бежевый, размеры от 42 до 58. Вот такая модель, больше спорт. Классика. И в Телеграме у нас есть модель. Еще одна не совсем новая модель, это старая модель, но больше продаваемая. Рукава идет как 7-8 и чуть пошире. У кого попа, у кого животик большой, пожалуйста, сядет, изумительно. И цена его? Вот эта модель, которая на меня 7,5, вот такой 6000, вот такая 4800. И напоследок, последним пальто вам покажу. Тритальная модель, больше по фигуре садится. Молния снизу тоже открывается. В рукавах резинка, камушками. Капюшон можно снять. Если капюшон убрать, она будет только воротник. Вот такой горлышко будет. Цена 8,5. До свидания, мои дорогие. Ждем Тамары себе еще раз. Всем хорошего дня, хорошего настроения, здоровья. Ну что, дорогие друзья, сегодня побывали в гостях у Эли. Еще раз покажу визиточку. Визиточку, пожалуйста. Эль, спасибо огромное, что ты меня пригласила на новиночки. И я знаю, что у вас еще уже едут новинки. Да, едут еще. Пожалуйста, будем ждать вас еще раз, Тамара. До свидания, дорогие. Ждем вас. Дорогие мои подписчики, а кому понравился бутик Эли, пожалуйста, поставьте ей лайк. Поделитесь ее видео и, конечно же, звоните, пишите и заказывайте ей моделечки. Они будут нам стараться привозить новиночки. Поэтому, девочки, спешим, заказываем, приобретаем, звоним. Всем пока, мира и добра!